Вот так вот, прямо в обзор. Мы тронем. В любую погоду, при любых условиях. Прямо по стенам. Раз ребята прошли уже несколько другого, они не закопаны, они должны подстраиваться под такую погоду. Бен, много отвлекнул, не хотел выход или два? Пускай вот он будет в одном на максимум, а потом если будут спорные вопросы еще. Да, окей, ребята, по одному выходу. По времени практически у вас никто не ограничивает. Показывайте все. Не уберите все, что умеете. Потом судьи будут решать, как распределять места. Сюда мне еще до спорно вас позовут опять. Все время погода дала на небольшую передышку. Снаряды мокрые, но то, что тип. В итоге одинаковые условия выступления на площадке. Она чуть-чуть скользкая. Все в равных условиях. Я думаю, одного выхода хватит каждому. Все, Стас, каждое выступление. Кто следующий из вас? Следующий второй. Второй из четырех финалистов. Опа, Сахаров, ставим. Еще раз, у вас ну, одного выхода. Ну, давай! Давай, музыка, воркаут! Грязотку не врозь. Ну, фристайл, грязать, отлично. Давайте, давайте. Это спирт элементов. Отлично, будем грязотку. Важно. Я вот думаю, может быть у меня иллюзия, что грозь площадка мокрая, потому что ощущение, что площадка не мокрая, точнее, да, что-то не мокрая. Сестра, заранее демонстрирование мои, бережет на двух пальцах. Вы
поехали. Вот этот момент. Держи передний лист в одной руке. И совсем громко слеза, однако же все же тяжело. Вы все это увидели, сейчас мы пойдем буквально 5 минут, у нас